Друзья, всем привет! С вами снова Говорящая Рука. Очередная посылочка, очень компактненькая пришла. Снова у нас через Финляндию, Хельсинки. Вес посылки 0.036 килограмма. Стоимость продавец оценил в 2.69 доллара. Получил я посылку очень и очень необычным образом. И вот именно в таком виде. В виде вскрытом. Делюсь, как это все произошло. Не ждал, не гадал. Раздается телефонный звонок. Приятный женский голос мне говорит: «Здравствуйте, я ваша соседка. Мне по ошибке кинули вашу посылку в почтовый ящик». Ого, смотрите, что я тут обнаружил. Под основной наклейкой, такие, где написано «Финляндия», я обнаружил такие китайские иероглифы. Давайте полюбопытствуем, что у нас там. Кстати, есть вот маленький секрет, каким образом можно вот эти наклеечки так отлеплять. Весь секрет вот в очень такой медленной, неспешной. То есть, если дернуть, наклейка начинает рваться, клей начинает оставаться на нижнем слое. В общем, ничего вы не отклеите. А если вот так вот, нежно, любя, вот так вот ее отклеивать... Ну, в общем, да. Здесь у нас проявляется имя продавца. Ни Иксина. Мое имя, кому отправлено. Международный трекинг номер и так далее. То есть на одну наклеивают другую наклейку. Она, видимо, продолжает двигаться дальше. Такие вот дела. Сейчас я вам как-то покажу. Вот что у нас там. Александр и так далее. Не Иксин. Так вот, соответственно, пришлось мне договариваться о встрече с этой интересной соседкой. И, собственно говоря, посылка только после этого мне за шоколадку вернулась. Так. Что у нас внутри посылки? Кстати, вскрыла она, говорит, что она тоже заказывает вещи с AliExpress. Вот, думал, что что-то ей пришло. Так, у нас здесь. Сетевое зарядное устройство на 3 USB порта. Гордо надпись 3.1 ампера. И 3 USB charger надпись. И здесь такая еще веселенькая синенькая подсветка у всего этого, когда включена. В принципе, это выглядит все вот так. Сейчас я вам покажу на экране. Вот так. Достаточно симпатично. Сколько оно реально выдает, пока не поручусь, не измерял. Вот. Что у нас здесь? Синки Pro. Пожалуйста, сканируйте QR-код, чтобы получить 2-долларовый купон на следующие покупки. Оставьте отзыв, чтобы участвовать, ну, 5-звездочный отзыв. Сфотографировать его нужно. Выбирают 3 рандомных счастливчиков в неделю, которые получают Xiaomi Powerbank совершенно бесплатно. То бишь розыгрыш, можно поучаствовать и еще и заработать бесплатно Xiaomi Powerbank. Достаточно любопытно, может быть, даже заполню. Достаточно легкие сетевое устройство. Естественно, цена, ссылки на продавца, на лот, все будут в описании к видео. Ну, в принципе, все. Вот такая вот простенькая посылка. Единственное, большие вопросы у меня к почте. То есть я на почте поругался на эту тему. Выяснил, что сейчас работает вместо моего почтальона, ввиду отпуска оного, работает сменщица, которая вот таким образом чуть-чуть было мою посылочку не подарила какому-то счастливчику с произвольному в моем подъезде. Ну, в принципе, все. В целом, отзыв от продавца по лоте положительный. Устройство рабочее. Я его уже даже успел проверить. Светится красиво. Мне понравилось. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите грозные комментарии. Всем счастливо, пока!